Победа Александра Усика над Муратом Гасиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии вызвала сдержанную реакцию мировых СМИ. Обозреватели отметили стиль победы, впечатлились готовностью украинца и признали, что триумф Александра стал историческим. Усик вышел за пределы понятия боксера мирового класса. Он поместил свое имя рядом с великими боксерами, приблизился к верхушке рейтинга боксеров вне зависимости от категории. Все, что было сказано о его характере и готовности, подтвердилось в финале. Усик не просто выдержал хайп, он превзошел ожидания. Если Усик до субботы был волком в овечьей шкуре, то теперь он представляет реальную угрозу для чемпиона в супертяжелом весе. Владимир Кличко с помощью своего джеба одерживал победы над соперниками на протяжении 9 лет, но Усик заметно мастеровитее. Он использует свою технику, навыки и выносливость, чтобы переломить своих противников и свести на нет их способности, вместо того, чтобы одним ударом отправить их на канвас. Усик написал историю в Москве, объединив все 4 крупных титула чемпиона мира в своем дивизионе, став обладателем трофея Мухаммеда Али. Он неустанно давил на Гасиева весь бой, чтобы задушить все надежды опасного русского, не давая ему даже шансов на то, чтобы реализовать свои планы. Это был исторический бой. Выиграв все 15 поединков на профессиональном ринге, Усик оставил свое наследство в безопасности. Олимпийский чемпион Лондона 2012, 31-летний боксер победил Марка Хука, Майреса Брейдиса и Мурата Гасиева, проложил себе путь к званию абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Это что-то особенное. Гасиев разочаровал, но в этом очень большая заслуга Усика. У Гасиева не получалось в ринге абсолютно ничего. Он не мог чувствовать ритм или стабильно атаковать. Россиянин был деклассирован. Усик устроил с Гасиевым на ринге игру в прятки. Александр постоянно показывал то, что вот он стоит перед соперником, а вот его нет, он исчез. На это я смотрел сначала с удивлением, потом с восторгом, а в конце со смехом. То, что сделал Усик, было чертовски профессиональной работой.